Меня не оставляйте, пожалуйста, это будет минус хант. Пожалуйста, не бросайте меня тут одного. Куда мы бежим? Сука. Да хуй знает, блядь. Да, все тут. Куда-то, блядь. Я за Сусанином каким-то хуярю, блядь. На каком-то чердаке, понял. Каждый раз новый путь, чтобы Борыч ничего не запомнил. Так, танки заходят. Прошли по этому мостику, который на картинке нарисован. Убито босса, 7-1, принять. Блять. Чё дальше? Налево. Веди, медведь, ставь звезду. О, бьём моба. Он что-то какой-то причитяур, наверное. Два моба. Аккуратно. Хотя, бля, чё мы здесь... бля, я валенок, но... Пойдём сейчас через этот, у нас же порт открыт. Пиздец. Чтоб не бежать через всю эту локу, нахуй. Забыл я про порт. Убиваем трэш, погнали через порт. Заходим через, через обычный. А мы этого телепортироваться же можем. А, тут вода, господи. Не забываем, тут есть алики, которых можно, конечно, убить, но ладно. Заходим. Я ему хекс дал, вы его бьете. Куда бежим? Заходим, тпшимся вот этого моба. В библиотеку. Пожалуйста, переместите в библиотеку. А где остальные-то? Все? Все переместились? Надеюсь. Бежали. Духов цепляем. Что духи резкие. Какие страж порезать. Там бафнуты набегают какие-нибудь, там просто баф там я учу. На ходу бафаемся. С тебя каски лимон. Ага. Тут только не надо всех агрить по левой стороне. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять ОДД, отлично. По левой. Лимон, не заблудишься? Я его проведу, если что. Ты вместе с ним лучше не заблудись. Отодвинь микрофон, дышишь. Чё? Дышишь, микрофон. А так? А так вроде нет. Валис, привет.
Лимон, что ли, вылетел? Угу. Че, интернет вылетел, что ли? Не знаю. Да пох. Нашел. Можете починиться пока что. Лимон тогда на замену, я потанкую. Шансунг в ДЦ. Вот. Угу. Вот. Че, ты говорил что-то? Ну, сейчас Шансунга поменяли на Шансунга на Лимон, да и все. А Кано, если что. Видео Мачезара. Зулджин-то простой вроде. Да и Мачезар простой. Так, сейчас вам будет проще, потому что ну я в танке буду. Соответственно, мост у нас в хиле. Два танка будет, два милишника. Все. Калу и ты. Один будет стоять, один будет отбегать. Так там ваншотались-то, помнишь, вот этот огненная какая-то. Ну так, у нас будет 3 хила, да этот, я буду под огненной аурой. ДЦшник у нас будет. Так у нас тогда было 3 хила. Не знаю, должны справиться. У нас сейчас будет 3 продиспела, проклятий. Просто меня тогда тупо шотало. Пламя плюс взрыв. Я ну, сейчас спалу силков. Возможно, из-за того, что просто не успевали продиспеливать. Я сейчас силков с намину чуть подкинул. Так что я не пошла шоп. А диспелить что надо именно? Проклятие. Замедление.
А, вот это зеленое, да, замедление. Проклятие, да, истощение. Оно, во-первых, замедляет, во-вторых, уменьшает пополам. Сейчас я тебе даже поделю канал. Я примерно просто... не помню. Ну, вот, проклятие, истощение. Я помню, что оно замедляло. Ну, так оно... И эффективность исцеляющих, наносящих урон способности на 80% понижает. О, так это не, это жестко вообще, это жестко. Я тебе о чем и говорю, то что на предисполет. Это вообще в приоритете должно быть. А да, я приоритет. Туда его почти в соло дисполил. Ну тогда понятно. Так и отбегать, избегаться. Шансон зашел, нет? Это, конечно, было бы лучше его засумонить. Гурский, ну чё, марафон пробежим? А чё? Ты назад такой, потом опять сюда. Да ну, почему назад? Там просто подбежали, спрыгнули, сдохли. Зашли, засумонили, пробежали под аспектом. Да можно проще ливнуть, а потом... Выкинет через минуту. А? Чё, ливаем? Ну, ливайте пока. Когда приняли, ой, ты тебя назначил лидером. Угу. А чё надо? Так, я на минуту отойду. Угу. Надо тут стоять ждать, да? Да, постоите сейчас, подождете сейчас, мы засумоним его. Метки я потом быстро раскину, тактику напомню и убиваем. Все, я тут, я думал, это должен спать эти. Не в ДЦ? Да, да, нужен будет ДЦ все равно. Я тут задумываюсь уже о шамане. Смотрю, с хилами напряг большой. Шейпер ноет, говорит, не хочу шамана. Шаманами никогда нет. Вообще шаманный, блин. Вот у тебя шаман и у Шейпера. Ну, Шейпер варом хочет играть. Ну, я тоже, в принципе. Ты хочешь паладином варом там играть. Так какая разница, у меня нету четвертой как на шамане была, бля, я бы уже давно ходил, блядь. Ну, я собираю мишки Эрдру своему. Ну, там на 4-10 хотя бы. Эрдру-то это еще одно. Самое основное, это шаман толковый. Вот как Лачдан. Войт, кинь пати. Сейчас. Гурочка, так. Зайдем, пропал. А где вы? Я вас не вижу. Присоедините в гильдию. Плюс чат. Кого еще? Все? Все. Все. Рело можно передать, да? Пока нет. Пока лучше не надо. Ладно, дам тебе сисит. Курыч. Сумон пришел? Угу. Ты видел, сразу предложение в магазине появилось, только кату апнули вторую? Угу. Хочешь первую кату? 30 тысяч рублей, блядь. Давай, забегай. Да, блин, за 30 тысяч больные какие-то, оно так дешевле, наверное, выйдет. Я вон сел уже. Портуйте себе библиотеку. Надо срочно одну из трех триник с РП. Ты видишь, сколько кристаллов на первую кату тут написано, Курыч? 1050, 152. Так херня. Три года. А чё? Какие три года, блин? Ты если поставки брать не будешь, ты тут будешь апаться точно. По левой стороне аккуратно. Зачем мне поставки? Бля, а что ты тут еще донатить? А, ну так вот, и я апаси 3 года. Зато я получу больше удовольствия. А что там, новых квестов не этот, не дали? Ну что, да, должны были? Нет, ну там типа дополнительные поставки, не? Нихуя. Они ж уже давно. Еще никаких квестов больше не давали? Нет, вроде, я даже не смотрел. Есть прожим,
Может, убьем, не? Диван дал, треснет. Влез. Гурские, сложно хантом в ПВЕ играть? А в ПВП посложнее, да? Смотря, видимо. Нет, ну может, я же не знаю, какой ты там ПВПшер. Обычно говорят, хантом нехуй играть. Бегаешь, прыгаешь и стреляешь, ну все. Пошли. Не через верх, через низ. Наверху мобы. Пошли. Ну типа, если арена, то понятно посложнее. Если замес на БГ, там интеракт, то полегче, наверное. На правой. Ну и то тоже, если по-тупому играть, то толку-то не будет. Типа в хилов там свечится, контроль давать. Это же надо руки. Нет, не 5 квестов, 3. Ну, не скажи, мосса, как основные. Да. Если у тебя будет вар одетый, поверь, блядь, варом еще нахрен легче. Хила под пузо взял и, блядь, похуй тебе на все. Да тот же хантер стреляет. Ну, это 3. А, ну да, 6. Я в Зулдраке руду копал. 6-6, все правильно. Там хант, короче. Первый раз я на него накинулся. Ну, короче, мы сдохли одновременно с ним. Ну, я сдох, и он сдох. Еле-еле. А, первый раз он меня убил. Второй раз вот так одновременно. И третий раз, короче, его выцепил. Он меня захерачил, как гуся. Ты чего, фурики на ханта нападаешь? Не-не-не, про товари был. Угу. Ну тут тяжело, он прям кайтит, все вот это вот мутит. Нет, больше нет. Постреливал меня хорошо там. Смотря где вы. Вообще хантом, допустим, варом вообще куришь по сравнению с хантом. Так, ПРДД, что у нас? Ой, давай лидера. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть РДДшников. Каспинг, это падает. У нас. А, кот все, что вы можете делать против ханта, только в медведи бегать. Форму меняет, сразу пол кабины отлетает. Это да. Так и вар тот же. Он щит снимает, рога ему пол кабины сносит. А рога всем, поверим. Если не кабину, то пол точно сносит. Рога вообще, да. Кайфовый класс такой, ну это прям на БГ. Такого склада. Мы сегодня попали на БГ, блин. 6 строк было, блин. Плевок сразу, блин, нехуй играть, даже выходить. Один ДК, блядь, расшатает этих всех шестерых. Там он, блин. Так, саппорта получаем, за дебин даем. Я фласку свою потратил. Ёпта, я и забыл, что саппорт. Посмотри, какие мы с тобой шмотки носим, да, одинаковые. Ага. Дальний бой. Надо мувик смонтировать, с момента вырезать вот эти интересные. Как я чуму выносил, перехват. На что кричать будешь? На хп. ХП. На хп он орать будет. Может, тогда нам кулак дай свой, может, а я да, барабаны шахну. Нет, нам хб здесь надо. Хп. Да, ну иначе нас нахуй ёбнет этим огненным. Хуйней. Так, ребята, соответственно, шейп, турбо и мосса. С вас продиспел быстро, проклятие.
сначала с себя, потом сначала, точнее, с хилов, то есть это Мосо, Шейпер и Шинцун. Остальные, потом милишники, потом РД и пошло. Оперативно, ваш приоритет, спел. Все этот получили, соответственно, ребят, Луна. Давай, Шейпер, ты в Луне, Шансунг, Ромбик, Череп, Мосса, далее. Трусы, Гурский, Турбо, твоя печенька, и Мультя, твоя звезда. Соответственно, остальные все знают, что делать. Кто-то тут не был, давайте, если надо, объясню тактику заново. Я не был, Тёма. Вообще ни разу. Это кто? Мультя. Так, смотри. Босса. Есть три фазы. Соответственно, первая фаза. Ну, как тебе сказать, даже одна большая фаза, блядь. Стоишь сначала в рендже. Для чего мы стоим? Начинаем бить босса, танки меняются там на 7 стаках, где не надо. Далее. Босс постоянно будет, ну, не как постоянно, периодически кастовать кольцо мрака. С ним надо набирать рендж, иначе, во-первых, 10к дамага наносится тебе, и 20 в окружении. То есть, если кто-то к тебе подойдет, 20-ку тебе залупит и ему. Далее. Босс будет кастовать, начиная с первой фазы, это проклятие и истощение. Это должны диспелить шаман, друид и маг. Соответственно, под ним ты дамажишь меньше, хилится и хилишься меньше. Далее. Будет кастоваться всепожирающее пламя. Смотри за дебафами. Если будет на тебе всепожирающее пламя, лучше прожмись. Потому что она наносит почти... Ну, не почти, а 35к единиц урона. Почти, ну, соответственно, оно... Здесь тайминги нарушены. Оно кастуется кольцом мрака плюс пожирающее пламя. То есть тебя могут просто не успеть прохилить. Соответственно, по тактике это примерно все. Это до 40%. Когда босса доведем до 40%, начинается вообще третья фаза. Ну тут первая, вторая, считай. Короче, нету тут разделений первой и второй фазы. Это одна фаза. Соответственно, на 40% начинается вторая фаза. Он будет портовать по мирам. Первый мир — это врата, пустоты, огненные просторы. Соответственно, вы будете... Я вам покажу, куда встать. Встанете и будете там стоять. Там вас может только откинуть. Соответственно, также босса бьете. Каждый... Соответственно, 10, доводим до 30%. Он портует в другие врата. Врата пустоты, ледяная пустошь. То есть вратах пустоты, огненные просторы вас только откинет и будет немного продамаживать. Главное, стойте в одной точке, чтобы вас было проще прохилить и чтобы вас всех не раскидывало по комнате. Танков будет откидывать, соответственно, танки будут подводить босса к вам для этого, для того, чтобы дамажили по нему милишники. Далее, когда доведем до 30%, портанет врата пустоты ледяная пустошь. Соответственно, он там будет кидать шипы. Ледяные шипы. Шипы, как этот. Блять, как волна, как лужа на ребре. То есть от нее она идет до человека, соответственно, на того, кого он кинул, она все равно его продамажит. Но, ребята, набираете ренджу. На вратах пустоты ледяной пустоши мы доводим босса до 22%. Потом ждем бурсты, потому что третьи врата пустоты черный лес, они очень жесткие. Соответственно, ждем бурсты, потом переводим. Главное перевести не во время каста. Переводим, нас портует, соответственно... Танки ставят в одно местечко, я, если что, заберу, поставлю, чтобы показать. Все становятся как можно ближе к боссу, под жопу. Дается Гера, и надо быстро слить 10%, потому что в последних вратах он берет в контроль.
Того, кого он берет в контроль, он выбирает цель. Соответственно, ник я буду произносить. Этот человек должен выбежать от рейда. Потому что его возьмет в контроль, и с него появятся 5 скелетов. Скелеты бьют очень больно. То есть второй танк свободный, он их собирает. Человека с контроля можно вывести только в одном случае, если вы доведете его где-то до 15% его хп. То есть где-то по тысячам, это где-то 8-10 тысяч, чтобы вывести с контроля. Но на это отвлекаться не будем. Соответственно, если мы врата пустоты Черный лес переживаем, доводим до 10%, он нас портует все сюда же, встаем также по местам. Понял? Да, вроде понял. Примерно как-то так. Сейчас, ребят, я в туалет схожу. Давайте быренько 2 минуты перекурчик. Потому что все устали, на кофе попить, давайте даже 3. Я вам рыбку поставил, сядьте, поешьте рыбу и начнем. То чувство, когда проебланил всю тактику. Кто, я буду ебашить? О, в натуре я, кстати, забыл. Я буду стоять, а кто будет бегать? Ты и кто еще? Мы вдвоем с тобой не все. Ага, хорош. А если вы можете стать как-то конусом, чтобы оно не доставало, то можно вообще даже не бегать. Он справа станет, я слева и буду на чуть-чуть отходить. Ну, на всякий случай. Ну, по мне танк получается в идеале только дамажить будет. А ты как ВРС на максимальном рендже ебашь. Блин, я в ДЦ не играл никогда. Пристом прикольно. ДЦ, мне кажется, скучно. Это такая полезная штука, время на лечете. Мне так нравится на Сирусе вот это СИО Т4, прям. Только из-за этого здесь играет. Циркуль это вообще уже все, это мертвая тема. Вот реально, я не понимаю людей, которые там сидят. Просто я пережил как-то этот циркуль. Хотя я не думал, что такое произойдет. Но вот в прошлом году произошло. Сначала я невинно качал вар. Качал, думаю, что же на 80-м было. Ну, прям жесть было вообще. Одевался вот это все. 200-й там левел. Так одевал жестко. ПГ фармил. А теперь. Вон что. Какой я красавчик. Ой, ДК это вообще жесть. Если еще в танкоспеке. ДД спеки как бомж просто себя чувствуешь. Такая бомжатина. Вар это крутая штучка, такая коробочка с щитом. Че, кого я врывался там? 14, сколько, 12к хп я пошел в этот ПП обычку учебскую. Тончил там, ё-моё, мне мобы просекали по 6000 просто. Критовали по мне. Ну и пошли первая синька. Ну я такой, чё кого? ХП вырастает. Да, хорошие, классные.
Ну вот друид, по крайней мере, я все 4 спека поиграл. Мишка мне нравится. Кот. Чек на готовность. Кот напряжно играть. Спину сейчас добить надо. Точнее всегда. Так. Все готовы, отлично. Бафаемся. Нет, я кофе наливал. Все, давайте на изготовочку. Отчет на пол, сопроты пропили, главное. Алиса, от квадрата, от квадрата. Что, в смысле, а где мой сопрот, попустите? А что, у тебя нет сопрота? Нет. Ну а что ты не взяла? Обмен, да кинь. Я вроде брала у тебя лоб. Пропили фласк припоту. Ну ничего, ладно. Да пофигу. Еще раз чек на готовность. Отчет на пол. Стой прям в кресте. Ставь как-то босса, чтобы стояло прям в кресте. Он примерно. Войт, набери максимальный рейндж, пожалуйста. Проклятие диспелем. С которой автоатаки может быть. Угу. Примерно этого должно хватать, чтобы тебе не танка, не этот. Ну, сейчас там же. На сколько тебе, Алис? 6. Уже 7. Забрал, уходи. Да ну, можешь не отходить, стой. А я вижу уже, что сколько рейнджа надо. Да? Ну, все нормально. Увидел, что дамага не получил. Вот, смотри. Неверслип, Мидвей. Отлично. Спасли. Щитки. Тайминги, что ли, починили? Сейчас проверим. Стой. Седьмой забирай. Ладно. Опять не затолкнулась. Отлично. Так, а у нас нету Бэра, да? Лежи. Я отдавал прожимку, блять. Спал. Эти жесткий прохил нужен. Алло. Здорово. Надеюсь, вы меня заменили. Заменили. Короче, у меня там оборудование меняли, и на полчаса влюбили, да. На войде, на лу. И чё, я сижу тут с вами, мало ли ты еще. Да, отвал. Да, хорошо. На големов внимания не обращаем. Идем. Сколько на тебя? Лис, не молчи. 8, бля. Ой. Есть слакай. Я тоже слакаю иногда. 11%. Лиз, давай прожимку.
8-7%. Пламя. У меня 5 секунд прожимки. Лу и Минар отлично. Так, сейчас портанемся, встанем по местам, шансунг пропьешь, пропоешь гимн маны. Потом мульти. 1%. Вот нас портанул, отлично. Вот сюда, к звезде. К звезде быстро. Забирай босса. К звезде вот тут, вот, где босс, под жопу босса, зафигарьтесь. Гим, давай? Да, давай. Даю. Так, это кто дал? Шансунг, ты? Так, обратно. Кого откинул обратно сюда? Лично. Ренджу набирайте. Ренджу набирайте. Милишники бьют пока. Отверни от рейда. Сюда? Да, 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 отлично. Проклятие истощения, диспелем. Забрал, отходи. Контролируй 22%. Стопнули. Стопнули. Диспельте. Че, не бьем? Пока нет. Я так помолчаю. Вордсты, откатывайте. Я так помню сяду. Сколько до борстов? Так, ну. 15 секунд до гарги. 2 минуты? 2 минуты мы тут не простоим. Секунд 10-15, наверное, но. Сейчас уже. Так переводите, у вас и так может хватить. Надо нам жажду. Погоди. Сейчас немножко. Забирай, забирай, забирались. Откатилось. Переводите, мана, мана. Потихоньку. Бьем. Бьем потихоньку, потихоньку. Давай, 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 давай. Быстро влезть, быстро влезть. Быстро, 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 быстро. Сука, костит. Сука. Хуёво перевели. Сюда поджались. Точнее, вот здесь, вот здесь. Вот сюда встаньте. А все сюда пока. А мы стались и сюда. 4 команды. Регеньте по команду. Что происходит? Да что, видишь, если переводишь, когда каст, этот, как его, он бежит. Сейчас контроль кого-то взяло. Кого в контроль взяло? Ни в кого? По скелетам поиграйте, он молчазар. Зов мертв, never sleeps. Мы на мульте. Геру дай. А, блять, на босса дал Геру, да? А, да. Я звоню кашу. Хуё. И что, падать? Да. Сейчас побегу за вами, блядь. Вот тут вот, короче, вставай, встаем вот сюда. Соответственно, где сейчас прыгает звездочка. А сюда встают танки. Соответственно, вы под жопой босса. Так. Все. Так, а кто? Мульти жив. Ресы, ресы. Ресы, 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 пока нет. Было в центре. Ресал бы, конечно, лучше бы через этого, если достанет. Не достало по мне бы. Да мы один оббегите и попробуйте через зло реснуть. Главное, босса не заденете. Сейчас заденете босса, отошли. Я, короче, понял. Я резался. Вот этих смертей главное, чтобы не было, да?
Да, да, да. Главное этих смертей пережить, потому что... И вот главное на этом, чуть-чуть даже можно было подвести его. Видишь, у нас один хил упал. Можно было подвести до 21%, да, чтобы быстро перевести без коста. Иначе, если бы мы перевели без коста, он бы сразу появился на месте. А так он докостовый, да, он нас портует и бежит через текстуры налево. А нужно, чтобы... Бой, ты на это, ты на что-то хоть кричи, бля. То мы и без этого, и без этого. А может так и лучше, чтобы пока он добежит, мы... Нет, понимаешь, он бежит, да, и он пока бежит, он в контроль берет человека. Он уже мульти видел, когда скелеты появились, он уже мульти в контроль взял. Это минус один. Не, ну пока босс не прибежит, выбить мультика. Нет. Нет, мы так иначе, мы его так будем травить до победного, на, чтобы он портанулся вместе с нами. Мы его ставим оперативно к тому полену, бля, и даем Геру. Сразу же, только портанулись, дали Геру и начинаем его дуплить. А вот те, кого возьмет в контроль с ними, что делать? Контроль давай? А потом они добегут, мы босса добьем. То есть ничего особо сложного. Или выводить дымогом его. То есть я тебе говорил, где-то до 8 тонн хп надо раздамажить этого человека. Таких же телепортнем же потом, когда босс... Нет, собирает. Они пешком бегут. Тут он в последних вратах, он переводится, без разницы, кастует он, не кастует. То есть если он не кастует, он сразу появится. Если кастует, значит он также будет бежать, как и вот сейчас он бежал с ледяных пустошей. Ну, значит, задача перевести вот эти на 20% именно в момент, когда он закончил каст. Сразу да, бежит. Да, да, да. По-моему, это самое сложное, да, на этом боссе и все. Ага. Да. Самое сложное это вот это последние 10%, ну, с 20 до 10% довести. Ну, всё. Надо, чтобы один человек бил, все остальные стопнули, и он, ну, и потом как бы будет там 0.1, 0.2, и все будут дамажить именно после каста, и тогда можно сделать так. Да, можно так довести. Можно, я попробую так. Даже 1%, 1% достаточно, после каста все влились этого времени. За глаза. Дашь мне кулак, всё. Я каску барабанный дал. Меня... Да пофиг, вот. Хоть какой-то. Мы бьем вообще без кулака. Ну, а что поделать? Нет, вот это, остальными, я думаю, бафать каску, остальные так дадут. Пожирающее пламя, да, очень. То есть мост тоже следи, если что, прожимай этот кожу. На 20% снизит под тебе дамаг. Очень. То есть профитно. Ну там смотри, там получается, если два человека уже сбегутся, да, я вот с танком стою, я уже не издыхаю от этой фигни. Там получается. Да. По 17. Не, ну у тебя, даже если ты один стоишь, у тебя под сопротом огненной аурой, тебя 100% не шотнет. Просто. Может кастануться сразу кольцо мрака, и если тебя не успеют прохилить, ты сдохнешь. А, ну да. Знаешь? А они именно только так вот... сдохли, да? Кольцо плюс эта фигня. Да, 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 да. Они и не, а просто от... Да хер, я не помню уже. Ладно, чек на готовность, бафа проверили. Идут куда тебя? Все готовы, отчет на пол. Отлично, отлично, даже чуть к стенке подожмись. Ага, вот так, нормально. Колено, сука, еще жестко прохиливайте.
заклятие истощения. Танк, который стоит, на него самого последнего. Забрал. Уходи. Сейчас пойдет пожирающее пламя, так что, ребят, аккуратно. Давайте, давайте я буду Нике говорить на коману, чтобы, если что, прожимки отдали все. Моса, нормально. Дожил. На одного кинул, зашибись. Так, у меня вроде... Сколько? Пропали стаки, забирай сразу же. Отдай прожимку, Алис. На луи медвея. Забирай. Два, ага. Алис, это офф? Нет? Что? Нет. Что, мне что-то офф показывает. Забагался хилбор, блять. Так, готовимся, пожирающее пламя еще будет. Войд Гурский. Гурского прохил. Сейвить смогу только через 7 секунд. Твои прожимки готовьте, если у меня что. 7 стаков. Шансунг Гурский. Ну, если что, Бэйрни, пока не подымай. Босс собирать там будешь? Там, да, там, да. Сейчас. Сто кольца. Понял. Так. Сейчас, если что, прожимку отдам. Шла. Отдал прожимку. Войд Шансунг, прохильтесь. Отлично. 7%, ребят. Алиса, если что, готовь прожимку через 15 секунд. Дайте иннер. Шаман. А, Мосс, дай иннер по неверслипам. Не так. Ладно. Давай. Алиса, давай прожимку. Сейчас, сейчас, все. На Шансунге. Все. Блять. Ну вот это очень плохо. Так. Дай гимн бонус. Поднимайте Шансунга, я гимн дам сразу. Да, Шансунга поднимай. На мой подам сразу. Блять. Ну как ты сдох? Ну типа я стал 6500 сразу, прилетело моментально. Забирай. Подожмись, я отверни босса. Ставь его обратно. Блять, ну плохо. Ну пока что без ДЦ нормально будет. Главное, первую фазу пережили. Там монстр шаман нормально. Ой, бей в спину. Так, отлично. Отворачивай трейда, отворачивай трейда. Вон где звезда стоит, бери. Вот туда хилы наберите ренджу. Забрал. Стопайте. Не-не-не, рано еще. Вот теперь стопнули. Войд, подбивай.
до 21%. После следующего. Так, посты ждем. Ходи. Стопните. Сколько до бурстов, ребят? Не бейте. Да есть бурсты, блядь, я пожалуй. Все переводим. Переводим. Быстро, 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 быстро влились. Отлично. Еру дали. Фул дамаг босса, фул дамаг босса. Забирай. Турбойс. Турбо отошел. Забирались. Не собрала. Мосс отошел. Дал прожимку, если что. Я отошел, отошел. Давай, 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 давай. 2%, блядь. Один. Они, кстати, гнев действуют, они же нежные. Да все. Долго. Ну, ну как бы все нормально, просто почему вот ханты и шипы и Шансунг дохнут. Вот надо это исключить, и все будет отлично. Ну, массовое воскрешение не по всем пройдет, но. А там Стурбойс не расстрелял всех вас? Что стоял на кастер под контролем. Да, да, я тебе о чем и говорю. На, видишь, просто если будет не умрут никто, то есть у нас БР ТКД. Да глянем, еще так упали, они щитки подбивали ДЦшки. Угу. Вообще типа не было своего щитков. Там по 2000 как раз два раза тикнут, и все минус. Сколько висит это пламя? Одну секунду? Секунду, две. Да, секунду. То есть оно бьет 6 секунды. И сразу 30, да? Нет, оно бьет 35 сразу. Чё тут? Короче, если я за секунду тучу не нажму, то все, да? Ну, он вешает 6000 единиц урона в этот, где проходит, и потом 35, когда прокает. Я понял. Получил, жми тучу сразу. Там может и ваншотнуть просто. Дотуть. Не знаю. Шансунг, видишь, прожимай зубы на себя. Угу. Так, типа, в прошлые разы у меня оставалось хотя бы там 8-10к. Когда я упал, я просто ваншот. То есть, ну. Так ну, вы лучше прожмитесь. Так сбежаться. Нет. Надо просто. Дамаг-то делится, алло. Ну, понимаешь, я же тебе говорю, Войд. Здесь тайминг нарушен. Так они как сдохли? Детали смерти где? Разве там было кольцо? Я ж потом по видео буду смотреть. По-моему, не было. Ну, посмотри, если тайминг... тут... Я ж тебе говорю, все в тайминга зависит. Раньше тайминги пахали. То есть можно было сбежаться, разбежаться, и все нормально. Сейчас тайминги нарушены. И там дамаг от тьмы такой... Блин, он увеличится, конечно. Ну прикинь, три человека сбегутся и по двадцатке бахнет. Это же тоже не прикольно. Все готовы? Отчет на пол. Я пока не могу использовать эту способность. Ну сейчас мы хоть переводим до... чуть ли не до последней фазы, это хорошо. Давайте, я на хп джагу буду кидать, епте. Блять. Ладно, потом буду кидать. 70. Уходи.
Мидвей, Шансунг. Ну вот, блядь. Подгадаем. Нет, оно вот прям в тайминг, блядь, сейчас уходит. Сейчас, да. Прожимку отдал. Турбой с Мидвей. 7. Алиса 7. Войт, отходи лучше вправо, если отходишь. Подходишь прям к Шансунгу. Так, Моса Шансунг. Отлично. Голем, блядь. Алиса, готовь прожимку. Давай. Ништяк. 7. Вижу, иду. Добрал. Он на меня их кидал постоянно. Или на танков. Так, готовим все пожирающие, сейчас пламя будет. Можно сбегаться. Моса войд. Блять, мос лег. Ну ёб его идти. Пробуем. 1%. Да, будем пробовать. Где, блять, это? А, вон он. Давай, давай, давайте сюда. За спину встаем. Рано, конечно, добрала, но ладно. Тут кольцо мрака особо не дамажит, так что не запаривайтесь. Ну видишь, сейвы прожали, не успели. Так, отворачивай трейды сразу. Отворачивай, отлично. Бьем пока что. На нем все есть вообще все. Мульти дай гим на МП. Угу. Раздамаживайте пока. Стопайте. Стопайте. Забрал. Так, стоп. Переводим. Быстрее. Хорош. Отлично. Геру сразу дали. Геру сразу. Сходу. Фулл дамаг, фулл бурсты. На Эвинар. Алиса отошла. Три процента. На Гурского. Добивайте. Ну, плохо то, что, блядь, я без прожимок. На Солфил. Чего, что ли? Меня я сейчас ДК убьет, этот сумасшедший. Похитите меня, пожалуйста. Я мертвый. На Солфил. Добивайте босса. Я вообще не знаю, где я, блядь, мне хоть засчитают или нет. Контроль, дайте камера какой из меня, умоляю.
Я сейчас сдохну. Зубы отдай. Давайте у меня маны. Дим на хп, если что. У меня нету маны, ни нихуя. Вой, давай, бля. Давай, 1%. Тучка. Сколько там хп? 990 тысяч. У меня тут тучки, у меня нихера, я ж не шп. Масс-рез делай. Отходим, делай масс-рез потом, через 40 секунд. Делай масс-рез через турбо.